Чарли, похоже, ты научился перемещаться между мирами. В любом случае, тебе это не поможет. Твоя сестра больше никогда не проснется. Я похитил ее разум. Скоро уничтожу ее навсегда и смогу выбраться в ваш мир. Ты делай ее без лекарства, долго не протянет. Так что даже не пытайся мне помешать, щенок. Скоро увидимся. Вот ты и попался, пацан. Тебе не убежать от меня! Сейчас ты сдохнешь, щенок! Чарли, где ты? Беги, тебе все равно не скрыться. Лучше проверю, как там твоя сестра. Все получилось еще лучше, чем я задумывал. Ты запустил поезд, а значит сам убьешь свою сестру. Горжусь тобой, щенок. Давай не спеша насладимся этим моментом. Поезд уже близко. Как ты посмел, щенок? Теперь я не смогу выбраться в наш мир! Но свою сестру ты все равно больше не увидишь! Я не дам тебя уйти отсюда живым!